Всем-всем привет! Вы на канале Мила и Милы Увлечения. И сегодня у нас с вами пройдет распаковочка вот такого вот замечательного набочек японской компании Эпош Сильвана Фэмилис Виллидж Пиццерия. И да, это переводится на русский язык как что-то вроде деревенской пиццерии. Уже звучит вкусненько. Но для начала, прежде чем ее открыть, я предлагаю рассмотреть коробочку. Здесь у нас нарисован, как маршмеллоная мышь папа может работать здесь официантом и одновременно поваром, как пришли посетители. Все, что нужно для того, чтобы работать в пиццерии. Вау! Как она настраивается к Red Roof Country Hall и Family Seven Seater. Также к Blue Bell. Короче, вы меня поняли, я думаю. А дальше Grocery Market. Да, он у меня есть. Даже два. Так, вот она у нас. Как маршмеллоная мышь папа раскатывает пиццу, как она кладет в духовку и как она вкусненькая, тянучая получается. Ям-ями. На разных языках заговорила. Итак, все, что входит в наш наборчик. Но пока давайте не будем смотреть и перейдем к открытию самой коробочки. Итак, я заранее за кадром отрезала скотч ножничками. Пам-пам-пам. Вау! Тут все так подробно нарисовано, как что куда клеить. Тут, кстати говоря, тоже. О боже, какая у нее красивая крыша. Вы только посмотрите на этот чудесный цвет. Это как корочка у пиццы. Очень-очень вкусненькая, я думаю. Крыша вкусная. Да, это логично. Еще картон. Ну, как обычно, в Сильвании. Еще картон. А, что происходит? Итак. И уже достанем, наконец, наше здание. О, красота! Аксессуары. Mystery Box, Mystery Box, Mystery Box. И пол! Как он интересный. Выработан. А также стикеры! Итак, давайте ее соберем как-нибудь. А, сейчас. Итак, в ускоренной съемке мы уже с вами открыли Mystery Box, к сожалению. Но, тем не менее, у нас с вами остались вот такие вот окошечки. Так, давайте я это сделаю при вас. Хочу их вставить на камеру. Вот таким вот образом они у нас выглядят вблизи. Так. Вот. И последняя, четвертая окошечка. Итак, берем здание нашей пиццерии.
потерялась. И как-то пытаемся их вставить. О, нет, это не сюда. Сюда что? Они что, разного размера? Что? Так. Каким образом они должны сюда попасть? О, круто! Мне это нравится. Ты что со мной? Почему волосы? Все время на лице. Так, второе вставили. Третье. О, что произошло? Сейчас. И последнее. Четвертое. Давай. Давай же, давай, давай. О, по-моему, встала. Вроде как. Да. И вот таким вот образом выглядит наша Village Pizzeria после того, как мы в нее вставили ставни с окнами. Так, обставим ее чуть-чуть позже. И у нас с вами есть вот такой вот пакетик. А что же там? Да, он прозрачный, поэтому все видно, но тем не менее, это у нас с вами нужно распаковать. Так. Какая она тяжелая, очень такая массивная печка, грузная, очень крутая. Так, по-моему, куда-то сюда можно вставить лопатку. Да, я не ошиблась. Вот так. Потом пицца. Правда, она, наверное, тут должна быть без противня. Нет. Это я точно не знаю. И следующее у нас... Стойка! Куда мы должны с вами вставить вот такую вот штуковину. Она сделана как бы под металл. И сюда должны расклеить стикеры. Давайте встретимся с вами после того, как я наклею наклейки на наши Village Pizzeria и на аксессуары, относящиеся к ней. И вот что у нас с вами в итоге получилось. О, вы только посмотрите, как тут классно, сколько тут вкусненькой пиццы, как тут все красивенько. И, кстати говоря, я вот в этом месте не стала клеить наклейку, только вот тут поклеила. Так, давайте я ее разверну и покажу вам с другой стороны. И вот таким вот образом она у нас с вами выглядит с этой стороны. Тут есть вот такая вот вывеска, меню. Все очень круто проработано. А также у нас с вами входила в комплект вот такая вот storybook. И collection catalog. Итак, давайте рассмотрим storybook. Долина Сильвания Фэмилис. Вау! Посетители пришли в нашу пиццерию. А что же тут? Ей! Им уже принесли вкусную и тянучую пиццу. О-о-о! Что происходит? Она вышла из пиццерии и у нее... На платье повисла пицца, и сыр растянулся. Очень классная история. Мне это нравится. Ее не могут отлепить. Она прилипла с сыром к пиццерии. И она снова вернулась сюда. О, пирушка. И обыкновенный каталог. Давайте я посмотрим все-таки. Несмотря на то, что обыкновенный. И что же тут? Ну, ничего особенного, в принципе. Три основных дома. Маяк. Морская тема, видите? Кит. Кафе. Такой корабль, такой маяк. Так, это у нас шопинг. Транспорт. Ну и, в принципе, ничего особенного. А если тебе понравилось такое видео, то поставь лайк. И не забудь подписаться на канал Мила и Милы Увлечения. И всем пока. Пока-пока.